Рен, и сегодня специально для Киберфест от КМА я хотел бы поделиться своим опытом работы в секции компьютерного спорта в нашем любимом Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Спорт РСГМУ зародился в начале 2021 года. Еще тогда в нашем университете никто и не подозревал, что киберспорт возможен в медицинском вузе. И тогда мне поступило предложение создать команду по киберспорту для участия на всероссийском турнире АССК. Наш первый опыт был довольно тревожным, но с другой стороны очень полезным и интересным, ведь мы получили большой толчок для дальнейшего развития киберспорта. И параллельно с этим турниром проходили игры медиков, где мы уже как более опытная команда приняли участие. За 3 года внутри секции было открыто более 10 дисциплин, стали проводиться внутренние соревнования и началось представление нашего университета на всероссийских и международных уровнях. Также для наших сборных мы пошили замечательную форму с логотипами нашего универа, ССК и других спонсоров, чтобы мы могли отличаться на фоне других и чувствовать себя настоящими киберспортсменами. И помимо нашей формы, мы открыли для тренировок наш замечательный буткемп. На 3-м слайде вы видите первый анонс открытия направления. Участие на турнирах началось с чемпионата АССК, и медики тоже играют в по дисциплине Dota 2. Первый наш турнир АССК проходил в Казани. Условия проживания были максимально комфортными. Также, помимо условий проживания, для нас было включено 3-разовое питание. После обеденного перерыва, заселения, мы решили вечером сходить на жеребьевку. Ну, как решили, точнее, нас пригласили. Мы пришли, узнали наших соперников. После жеребьевки нас ожидал ужин. Во время ужина мы обсуждали наших соперников, накидывали примерный план действий на игру и пошли тренироваться. После тренировки, где-то уже под ночь, мы собрались у меня в комнате всей командой, накидывали пики, баны, стратегии поминутно, где и что мы должны сделать. И далее спокойно пошли спать. Немного о себе. В медицинском университете я обучаюсь на медико-профилактическом факультете, выпускаюсь врачом общей гигиены и эпидемиологии. В основном занимаюсь развитием нашего клуба ССК и, соответственно, киберклуба. Как я познакомился с играми? Ну, еще в раннем возрасте все, наверное, играли в Sega, Sony, PlayStation, тогда еще, я помню, был первый, второй популярный. Мы играли там в основном Mortal Kombat, и такая игра была про лягушек, я уже не помню, как она называется. Еще с Майклом Джексоном, я помню, на Sega было. Вот. Насчет Dota. С Dota я познакомился в 2012 году. Тогда мы сидели, ну, мы часто зависали друг у друга на хатах, и просто проходили одиночки. Вот, и в какой-то момент другу надоело проходить одиночки, и он решил открыть Dota 2 по приглашению. Она тогда выдавалась нам. Вот. И сидя с ним, погрузились мы в этот мир Dota. Мне стало довольно интересно, так как это довольно сложная стратегия. И где-то через год уже я сам себе... Ну, как сам себе. Мне отец подарил ноутбук, и я смог скачать туда доту и дальше играть и развиваться. На данных фотографиях вы видите, как я участвовал в различных соревнованиях в различных городах России. Вот, например, на первой фотографии самой мы проводили внутривузовский этап чемпионата ССК по Dota 2. Далее, ниже нее, мы тренировались в вечернее время в соревнованиях ССК уже всероссийском, именно в Саранске. Это был 23-й год. В центре я также, это уже у нас утренние соревнования, также проходили в Саранске, где я давал моей команде гоп. Далее справа у нас представлены, ну, моя обычная фотография с ССК, с нашего клуба, это была наша фотосессия клуба. И ниже моя знаменитая фотография, как ее называют, алло, ну что там с деньгами, это соревнования ССК по Dota 2 всероссийских, именно которые проходили в Казани.
данный момент в качестве руководителя направления я поставил перед собой три важных компонента, которые помогут грамотно развиваться. Первый – это внутренние соревнования. Именно внутри нашего вуза мы проводили соревнования по Dota 2 для отбора на всероссийский этап ССК-чемпионата. Второе – баланс между учебой и соревнованиями. На самом деле, совмещать учебу в медицинском университете с киберспортом довольно сложно, так как все основное время у нас уходило на усваивание учебного материала. И, наконец, третье – участие в соревнованиях. Обязательными турнирами для нашего университета являются АССК России и медики тоже играют в игры, где мы отстаиваем честь нашего университета. Помимо этих турниров, мы особо не выбираем, где участвовать, так как мы достаточно именитый вуз и нас везде приглашают. Главной частью подготовки к всероссийским турнирам являлся турнир «Медики тоже играют в игры» и также турнир «Медицинская лига КМА», где сборные всех медицинских вузов России и стран СНГ сражаются за звание чемпионов в своей дисциплине. Наша сборная не пропустила ни одного турнира, где мы за все время сыграли более 74 карт с вендрейтом 61% именно в Dota 2. В данный момент в рейтинге КМА также по Dota 2 среди медицинских университетов России мы занимаем 4 место. В данный момент секция развивается в геометрической прогрессии. В сборную приходят сильные игроки, и у нас получается занимать лидирующие места не только в медицинских турнирах. Вне зависимости от результатов нужно понимать, что наши игроки учатся в одном из самых сложных направлений. Главная задача моя, как руководителя, находить и помогать находить игрокам баланс между играми, киберспортом и учебой. Самый главный вопрос, который мне задает любой игрок нашей сборной. Нормально ли играть в игры, учась в медицинском университете? Ну, я считаю, что медицина и киберспорт тесно связаны друг с другом. Помимо того, что компьютерные игры – это прекрасный способ отдохнуть от трудного рабочего дня, компьютер также помогает найти друзей, развивает коммуникативные навыки и, конечно же, получить удовольствие от различных соревнований. Также хотелось бы рассказать про шоу-матчи. Шоу-матчи КМА – это самое крутое мероприятие, в которых мне приходилось участвовать, так как для сбора команд выбираюсь лучший из лучших со всей России. Внутри команды с первых же минут мы построились друг под друга, что поспособствовало нашей дальнейшей победе. Мне кажется, Main Black Hole будут еще долго помнить. Также я хотел бы поблагодарить наш любимый ССК и ректора Романа Евгеньевича за активную помощь в развитии киберспорта в нашем любимом медуниверситете. Без них мы бы не достигли тех высот, на которых сейчас находимся. Всем спасибо за внимание.